находимся в штабе, 7:30 утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Мы хотим получить начальника генштаба и шайки. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Мы спасаем Россию. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы.